Всем привет, дорогие зрители данного видео! С вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на мой канал, потому что мой канал это практически всегда по продукции Фаберлик, по бизнесу Фаберлик. Я думаю, что вам будет он весьма актуален, тем более скоро я открываю новый курс от А до Я, так как уже мне осталось сделать только два квеста для топ-лидеров. Вот, квесты мы доделаем и возьмемся за обновление нового обучения, потому что Новый год — это всегда хочется что-то, чего-то новенького, чего-то классного. Да, то есть, и, конечно же, хочется поработать над этим. Творчество само лезет в голову. Итак, давайте же с вами начнем. Вот столько, кстати, много колготок я заказала, но вы не пугайтесь, это все не мне, но хочется вам показать. Итак, первая стопочка — у нас идут колготки 120 ден из бамбукового волокна. Да, то есть тут идет троечка размерчик. Так, тут идет двоечка размерчик. Да, то есть это у меня заказали. Вот, и тут идет уже четверочка, по-моему, размерчик. Так, где-то нету. А вот артикул. Артикул. А, это тоже троечка, да, получается. А тут идет уже четверочка, да. То есть это двое колготок — это моей мама. Одни колготочки — это моей дочурке. И одни колготочки мне, потому что, ну, все равно колготки имеют свойство изнашиваться, терять внешний вид. Хотя эти колготки, они очень долгоиграющие. Но все равно хочется иметь пару теплых колготок в запасе, а не только одни. У меня на данный момент одни теплые колготочки. Вот, поэтому я заказала еще одни. Вот, значит, в такой упаковочке они приходят. Артикул моих колготочек — это 80778, цвет черный меланж. Вот, значит, что у них идет в составе, да, то есть смотрите, тут можно подобрать свой размер, очень удобно, да. И, значит, смотрим, значит, 62% идет в составе бамбуковое волокно, 30 полиэстер, 8 эластана. Это колготочки для тех, у кого вот от шерсти, от чего-то шерстяного, да, то есть идет аллергия, идет чёс какой-то там, да, то есть это колготочки такие, которые не приносят вам, ну, грубо говоря, никаких неудобств, да. Вот, значит, это теплые комфортные колготки из бамбукового волокна. Они идут с классической посадкой, с широким поясом, плоские швы, ластовица имеется и укрепленный мысок. Далее, значит, они плотно облегают ногу, идеально подходят для осенне-зимнего периода, да. Вот, значит, далее, значит, идет поставщик у нас Чина, получается, ну да, поставщик Китая идет, да, срок годности не ограничен, ну как износите, да, то есть, и смотрите, тут идет две полосочки сзади, размер LXL, да, то есть вот это вот тоже нужно знать, а ластовица идет XS, S и M, вот, стирать, сушить раздельно, стирать и сушить раздельно написано. Да, вот такой они коробочки приходят, без всякого пакетика, то есть они так и упакованы, да, то есть вот они такие, так, как даже вам показать, вот, давайте на свет наведу, да, то есть они такие вот с вкраплениями, с различными, да, то есть, но их практически не видно на ноге, они еле-еле такие вот уловимые, да, серенькие, очень-очень такие, знаете, эластичные, классные, да, то есть вот он толстый, грубо говоря, да, вот этот вот, как вам даже сказать, да, толстый шов, толстый пояс, да, то есть они идут 120 ден, поэтому они не такие уж крутые, плотные, да, то есть вот так вот, а если на свет, если на свет взять, то вот как вы видите, при натяжке сильно просвечивают. Если не натягивать, то все нормально. Да, то есть вот таким вот образом. Это я очень сильно натянула со всей силы. Да, то есть такие вот колготочки суперские. Мне не нравятся. Они нравятся много кому из моего окружения. Я всех уже, наверное, одела в эти колготки. И они спрашивают частенько: Ань, по акции там у тебя нет ничего? Ань, да, да, закажи мне, закажи мне. Да, то есть очень часто просят. Итак, вторая стопочка. У нас получается теплые колготки из хлопка. Уже 200 ден. Вот, значит, тут идет размер 4-5. Значит, тут троечка — это дочери,
значит, двоечка дочери, троечка мне, и двое колготок идут с размерами, две троечки. Дочка у меня, значит, попросила троечку. Да, то есть вот таким вот образом. Себе я, значит, дочке одни я взяла, у нее одни, по-моему, есть. Вот, значит, это маме. Это маме данные колготки. Вот, потому что, я думаю, мама не обидится, что я у нее колготки распечатала. Колготки суперские, колготки классные. Они реально плотные, хорошие. Да, то есть тут идет 54 хлопка, 38 полиэстер, 8 эластан. Также идут колготки с классической посадкой. Удобный широкий пояс, плоские швы, ластовицы, укрепленный мысок. Плотно облегает ногу, идеально подходит для осенне-зимнего периода. Артикул 80-794. Тоже такие хорошенькие, да, колготочки. Вот давайте с вами будем смотреть. Да, то есть это зад, это перед, то есть все по полосочкам. Пояс действительно очень широкий, и они такие уже плотненькие, да. Так, такие вот они плотненькие. Давай фокусируйся. Шовчики все очень хорошо прошиты, все здорово. А внутри идет такой вот нежный, ласковый, я бы так сказала, начесик. Колготки действительно очень достойные. Они при стирке не скатываются. Я уже не первый год их беру и могу сказать, что я очень довольна качеством данных колготок. Да, то есть вот таким вот они образом. Они мягкие, суперские. Да, то есть мягкие, суперские. И вот это вот внутренняя ткань, она просто вот прям, знаете, мягкая-мягкая, прикольная-прикольная, да, то есть при носке они там за 2 недели у вас там не протрутся, знаете, бывают колготки протираются между ног, там еще что-то, нет, с этими проблем таких нету, вот, не знаю, что будет, если их носить более продолжительное, долгое время, потому что я люблю новые колготки, люблю часто новые заказывать, да. Вот, и честно сказать, у меня такие тоже уже одни есть. Есть с позапрошлого года, но вот за 2 года как-то вот есть немножечко, как-то вот они деформировались, подрастянулись, да, то есть, но не скатались. Вот что самое классное, что они не скатались, и в принципе за 2 года они у меня не протерлись вообще нисколько, но мне просто уже захотелось новенькие, да, то есть вот, ну, я их и ношу, понимаете, ношу я их не очень часто, и я люблю носить зимой шубку, сапожки, да, шубка, сапожки, вот, поэтому штаны я особо не одеваю, я всегда одеваю теплые колготки или леггинсы, да, с носочками надеваю, да, смотря куда иду и в чем иду, да, то есть платье, туника, там еще что-то, вот, и поверх уже одеваю вот шубу, носочки, и вот, ну, как бы все в этом плане. Вот, они износостойкие, они не рвутся, да, то есть вот такие вот они. Далее, значит, идут теплые леггинсы. Значит, я заказала троечку, четверку, пятерку и двоечку, да, то есть, ну, это маме, как обычно маме, это дочке, это мне, а это дочке я заказала, да, то есть вот прям такой вот ассортимент изделий у меня сегодня. Но всем, конечно, надо утепляться. Я раскрою свои. Вот, и покажу именно свои леггинсы. Леггинсы очень теплые, очень классные. Такие, знаете, достойные, крутые. Да, то есть тоже сзади 2 шва, спереди 1 шов. Вот, тоже идет вот этот вот начесик. И так как они уже идут 200 ден, да, то есть они такие действительно теплые, действительно вот прям, видите, аж махрится вот этот вот начес. Они действительно шикарные. Фигуру они нисколько не моделируют, если, да, то есть вы хотите это узнать, да, то есть артикул 815-514. Вот, значит, у них идут комфортные хлопковые леггинсы с классической посадкой. Внутренняя поверхность из микроплюша. Отлично сохраняет тепло. Удобный широкий пояс, ластовица, плоские швы. Значит, состав 54% хлопок. Идет у них, да, вот лицевая, если сторона, посмотрите, да, 54% хлопок. И все остальное у нас идет, так, 38 полиэстер и 8 эластан. Да, давайте, вот они приходят в такой картонке, в коробочке, да, то есть низ изделия выполнен вот таким вот образом. Очень тяжело черный показывать на камеру, я надеюсь, что вам будет что-то видно, да, то есть, и вот они такие прям упругие, классные, да, то есть при натяжке
наверное, должны блестеть. Нет, не блестят полностью матовые. Нет, есть чуть-чуть блеск, видите? Если сильно-сильно натянуть. Но этого не будет видно. Я не знаю. Это надо купить XS и натянуть, я не знаю, наверное, на 60 размер. Тогда будет видно блеск. Ну, я вам так, для примера, да. То есть, вот они такие вот хорошенькие. В общем, нареканий к ним нету. Носим. Здорово, да, то есть обычные такие хлопковые, хорошо дышащие леггинсы. Итак, дальше покажу вам вот такие колготки, немножко подраспакую их, они не мне, но я просто вот, это у меня заказали, да, то есть они идут очень, ой, они идут очень даже симпатичные, да, смотрите, такие вот в сеточку, такие вот клевые. Довольно таки эластичные. Вот. Целиком доставать не буду. Вот. Это получается у нас идут артикул 87-887. Цвет черный. Размер М. Значит, состав 87 полиамид 13 эластан. Они идут как колготки ажурного плетения с орнаментом сетка. Хлопковая ластовица у них идет и укрепленный мысок. Да, то есть стирать, сушить раздельно при 30 градусах. Вот такая вот классная вещица. Симпатичная, я думаю, модная. А может, уже и не модная, но это не мне, да. То есть далее 20 ден. Вот такие вот колготочки. Это новиночки. Значит, тут есть четверочка и троечка, да. То есть это моей маме я заказала, потому что она тут говорила, что у нее колготки закончились, да. Вот, поэтому сразу же ей взяла артикул 820-065, потому что то, что она носит, это, конечно, ну, я видала. Мне не нравится, что она носит прям старые такие колготки. Вот, то есть она так вот все хорошо упаковано, все здорово упаковано, все идеально. Цвет обычный, натуральный, без лайкры, без всего, что, в принципе, нам не нужно. Да? Знаете, бывает на фотках, человек с капроновыми, в капроновых колготках, которые там с лайкрой, еще с чем-то идут, блестят. И такое ощущение, что у них прям чуть ноги не иксом, хотя ножки на самом деле стройные. Так вот, эти колготочки, они такие как бы матовые, что мне очень нравится. Они действительно такие телесные, аккуратные, хорошие. Да? То есть цвет карамель, размер четверочка, да, то есть, ну, такие обычные они колготочки. Значит, тут идут поддерживающие шортики в составе, это Италия, да, то есть это производство не Китай, это Италия, вот, да, Made in Italy. Вот, произведено по заказу Faberlic, 86 полиамид, 13 эластан. Это новинки нашего последнего полугодия. Очень хорошие отзывы об этих колготочках идут. Так, далее, значит, 20 ден, троечка, это мои. Можно вскрывать, как захочется. Так, артикул 820-064, вот их я вам и покажу. Да, то есть, вот такая вот у нас Италия симпатичная, да, то есть, тоже карамельный, по-моему, цвет. Можно ли я? Да, цвет карамель. Вот. Да, то есть на ножке будут смотреться вот таким вот образом, да, то есть, ну, обычные колготки, не могу сказать, что там желтит или коричневит, да, или еще что-то, вот обычные колготки. При натяжечке, как вы видите, они не блестят, то есть все хорошо, никаких нареканий к продукту нету. Да, ну, 20 ден, чувствуется, конечно, что они тоненькие, но что делать? Да, то есть вот такой вот мысочек укрепленный, да, мы любим ноготки, да, с камушками. Последнее время я особенно с камушками ношу, и для меня укрепленный мысок — это актуально. Вот, значит, давайте дальше с вами пойдем. Вот такие вот две штуки у меня под заказ. Значит, одна идет четверочка и другая четверочка. А, это мамам. Это мамам обеим моим. Я себе их не стала брать, потому что в себе взяла другие. Значит, они идут с распределением давления. Да, то есть это 70 ден колготки. Вот, с распределением давления.
Давайте будем распаковывать. Прям при вас все распаковываю. Впервые держу такие колготки в руках. Значит, указано, что это плотные колготки с поддерживающим эффектом на каждый день. Анатомически реально распределенная поддержка по всей длине ноги стимулирует кровообращение, предотвращая симптомы усталости и отечности ног. Уплотненные поддерживающие шортики, хлопковая ластовица, плоские швы, формованная ступня, да, то есть есть место под пятку, я так понимаю, с уплотненным невидимым мыском. Вот, мысок невидимый, но уплотненный. Хорошо, значит, тут что поддерживается? Так, слабое давление, среднее давление, сильное давление. А это где вообще? Первое, второе, третье. А рисунка нет такого, да? А, вот, уплотненный мысок, поддерживающие шортики. Ага. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Тоже это итальянские колготки, сделаны в Италии. 81 полиами, 16 эластан, 3 хлопок. Ну что ж, давайте смотреть на эту красоту. Значит, 70 ДН. Да, плотные довольно-таки. Очень такие плотные, эластичные, я бы вам сказала. При натяжке практически нет блеска. Вот, шортики сами матовые такие. Очень, кстати, упругие шортики. Я прям чувствую, как они пружинят. Очень такие тугие, суперские. Значит, внутри вот про эту ластовицу говорится, да, сама вот эта вот толстенькая, вот, далее, значит, вот, значит, как они выглядят, очень тугие, очень такие, знаете, крепкие, прям суперские колготочки. Вот, так, мне интересно, как это уплотненный невидимый мысок. А, вот как, да, то есть маленькая такая, ой, даже как и показать ее на камеру, увидит ли камера. Вот, вот видите, уплотненный невидимый мысок. Да, есть маленечко, вот, сфокусировалась. Знаете, что я сейчас сделаю? Я боюсь порвать колготки, тем более не свои. Так, значит, эта четверочка, это маме. Точно-точно такие же, но артикулы четверочки 820-184. А далее, вот такая стопочка. А, девочки, это мой фаворит. Эти колготки, я не знаю, будут делать еще, не будут. Но это просто действительно мой фаворит. Это просто крутейшие колготки. Значит, я взяла двоечку, это дочке. А, троечку это себе, четверочку маме, да. Почему так я взяла? Потому что, ну, действительно, как бы и теплые колготки, и капроновые колготки, и капроновые не просвечивающие колготки, это здорово. Итак, давайте смотреть, значит, двоечку я Кате отдам, четверочку маме, и вот эти вот, да. А, значит, тут идет ХБ ластовица. В размере XL уже идет двойной шов сзади. Значит, а, я тройку взяла, да, ну ладно. Значит, полиамид 85, 15 эластан. Вот, указано, что это эластичные матовые колготки с нежным эффектом велюра, комфортные с хлопковой ластовицей и плоскими швами. Модная цветовая гамма. Ну, это из цветной серии, но всю цветную серию, как вы знаете, я проигнорировала. И заказываю вот уже не первый, наверное, год. А вот только такие колготки. Они реально крутые. Это вот при сильной-сильной натяжке. Да, смотрите, прям очень сильно сейчас натяну. Они практически не просвечивают. Блеска, ну, практически не видно. Да, то есть очень сильно натянула, девочки. Боюсь порвать еще сильнее. Они классные, упругие. Они идут не корректирующие, ничего. Но они до такой степени плотные, что их можно носить под джинсы. Их можно носить с юбкой. Да, то есть они крутые, они образ вообще не испортят нисколько. То есть очень хорошая штука. Они такие плотненькие, их можно носить зимой с шортиками и быть модной, да, то есть вот тут, видите, тоже есть вот это вот ластовица, ой, мысок укрепленный, но без шва, да, то есть и тут идет вот как раз этот плоский шов, как говорится, да, то есть вот ничего нигде не выпирает. Очень классная вещь, да, то есть вот какой плоский шов, это уже район попа или перед, да, то есть тут по одной полоске. Вот, хорошие колготочки тоже, как вы видите, пояс такой широкий. Далее пойдет у нас с вами Китай. Китай очень дешевый,
Сейчас я посмотрю, сколько стоит 20 ден. 820, 127. Знаете, самое интересно. Чек я куда-то задевала. Но сейчас загуглю по артикулу. Значит, 820, 127. А сейчас я на сайте, да, то есть 139 рублей, кэшбэк 20%, 28 рублей. Вот, значит, ну, 100, 111 рублей, по-моему, да, получается. Вот эта вот вещь, 111 рублей. Это очень дешево. Значит, это 20 ден, 820, 127. Значит, это идет Китай. Вот, размер ML. Вот, состав 85 полиамид, 15 эластан. Я их называю дежурными колготками. На всякий случай беру с собой вот такие вот колготочки. Вот, эти колготки для меня, лично для меня, потому что они, я не могу сказать, что они прям некачественные, да, и тонкие, но они такие, знаете, тонковатые. 20 ден это, ну, вообще как бы ни о чем, на мой взгляд, и 20 ден довольно-таки нежные, да, ну, максимум одеть раза 3 от силы 5, и мне кажется, что они придут в негодность, да. Но те, кто одевает капроновые колготки только, к примеру, на праздники, вот это самое то. Они идут матовые, без лайкры. А, немножечко есть, да, как вы видите, но до такой степени немножечко, что практически незаметно. Вот, они идут не корректирующие, никакие, просто обычные, знаете, такие вот колготки, да, то есть недорогие. Недорогие, довольно-таки упругие, но чувствуется, что они слабенькие, да, то есть их страшно надевать, страшно натягивать. Я в таких колготках максимум, скажу вам честно, ходила 3 раза, но я не особо прям расстраиваюсь, если они порвутся, потому что я их называю дежурными, на всякий случай пусть лежат, да. Вот, значит, артикул 820-127 идет. И вот такие вот еще 40 ден. Они, кстати, покрепче. Они мне больше нравятся, но они, наверное, и подороже идут. 820-139. Вот сейчас загуглю. Значит, 820-139. Так, 169 рублей. И кэшбэк 34 рубля. Так, значит, 169 минус 34. Получается, чистая цена им 135 рублей. Ну, недалеко, конечно, не ушли. Значит, вот тут можно подобрать свой размер по табличке. Да, можете поставить на паузу, подобрать. Значит, ML. Состав также 85 полиамид, 15 эластан. Вот, да, то есть, ну, как вы видите, изготовитель Китай, да, то есть у нас есть Италия и Китай. Ну, Италия, понятно, что они намного качественнее, но мне кажется, что вот так вот сходить куда-то на раз, взять с собой на запас, вдруг что-то порвется, еще что-то. Ну, что, капроновые колготки, мне кажется, они в Африке капроновые колготки, они всем нам с вами пригождаются когда-нибудь, да, то есть, ну, тут уже чувствуется такая плотность, все, хотя разница в 20 рублей всего, да. Вот, в принципе, нормальная вещь, да, куда-то вот так вот, да, то есть у меня тут было платье, все в пайетках, да, и я вот в течение дня порвала капроновые колготки, а вот эту мелюзгу, да, 20-деновую, это 40 ден, да, то есть, а 20 ден вообще я просто положила с собой в сумочку на всякий случай, и оно мне, конечно же, пригодилось, как вы понимаете, да, то есть в особо важных случаях я с собой на подстраховку вот такие вещи беру. Далее, это новинка, вот такие вот 3 колготок, вот, значит, это четверочка, это мамина, значит, четверочка второй маме и 3-ка вот мне, да, давайте смотреть, значит, это моделирующие колготки 100 ден, ни разу их не надевала, бархатистые теплые колготки из микрофибры, ага, ух ты какие! Ой, девчонки, ни разу, честно скажу вам, не надевала их. Шорты просто отпад. Их очень сложно натянуть, честно вам скажу. Значит, очень такой толстый шов. Ой, шов, говорю,
пояс. Значит, что они делают? С моделирующим эффектом, со специальным утягивающими шортиками, плотностью 140 ден. Значит, сами колготки 100 ден идут. Давайте посмотрим. А, вот они, да? Ой, тут что-то, да? Ну, у меня тут киска бегает, да? Сами 100 ден, а вот эти вот 140 ден шортики. Девочки, они действительно будут корректировать. Это 100%. Я прям клянусь. Это ужасно классно. Натянуть очень тяжело. Действительно тяжело. Талия будет очень тонкая. Живот подберется так хорошо, да? Так, значит, дальше что? Значит, благодаря особым характеристикам ткани и конструкции модели корректируют фигуру в области бедер и создают эффект плоского живота. Ну вот, да, я сразу поняла, что живот будет плоским, это 100%. Ультраплотные удлиненные шортики, а хлопковая ластовица, плоские швы, укрепленный невидимый мысок. Так, хлопковая ластовица, ага, вот есть удлиненный плотный невидимый мысок. Ну, они сами по себе плотные, поэтому тут особо не понять, да, то есть вот он есть чуть-чуть, если вы видите различия, да, то есть тут чуть-чуть есть он, да, действительно укреплен. Ну, суперские, конечно, колготочки, вот, мне понравился, я думаю, что понравится и мамам, вот, колготки очень стоящие, очень, вот попробуйте прямо эти колготки, артикул 820-192, это я сейчас четверочку говорю, прям чувствуется, что они действительно будут моделировать. Следующее, это я себе взяла 20 ден, тоже дежурные. Вот. Обычные колготки лучше, чем те, но и подороже. Да, то есть, как бы, хорошие колготочки, не первый раз их заказываю, и мне они действительно нравятся. А, артикул 820-160, уже не буду их открывать. Далее, вот такие вот колготочки, 40 ден тоже. Это я взяла себе на пробу, да, то есть цвет карамель. А, это маме, размер четверочка, да, то есть 820-080. Нет, у меня их заказали, вот, поэтому открывать не буду, но я уже вижу, что они действительно... Действительно плотные, действительно классные. Никаких нареканий к продукту 100% не будет. Далее давайте вот из этой стопочки посмотрим. Вот такие. Вот это 80 ден. Значит, цвет черный. Значит, что это такое? Так, четверка, а тут тройка. Да? Давайте я вот свои буду распаковывать. Это точно мне. Боже мой, запуталась в колготках, вы представляете? Значит, у четверочки артикул 820-164, сейчас скажу троечку. Значит, плотные эластичные колготки из матовой шелковой микрофибры, однотонные по всей длине, хлопковая ластовица, плоские швы, мягкая резинка. То есть это обычные, не утягивающие. Меня заинтересовало слово микрофибра, у меня никогда таких не было, и я решила подзаказать и посмотреть. Вы знаете, они очень нежные, они классные, они плотные. Плотные, но, как вы видите, при натягивании хорошо очень просвечивают. Нравится. Мне нравится вот это ощущение, такие нежные. Они совсем нисколько не шелковые. Да, то есть, ну, прикольные. Будем носить обычные. Мне кажется, что они очень похожи на вот эти вот колготки, которые идут 60 ден, мои любимки. Чем-то напоминают. Вот, честное слово, вот разницы практически не увидела. А далее, поехали с вами далее. Это уже колготочки, вот это новинки, ни разу их не брала еще. Так, это у нас так, четверка маме идет, тройка, а это четверка второй маме, да? Вот, давайте же смотреть. Так, это я что раскрыла? Так, троечку, да, раскрыла свою троечку. Значит, это корректирующие колготки 100 ден со специальным утягивающими шортиками для создания корректирующего эффекта в области живота и бедер. Легкая градуированная компрессия создает ощущение комфорта в течение всего дня. Ажурные шортики, хлопковая ластовица, плоские швы, формованная ступня с утепленным невидимым мыском. Угу. Ну, так-то, да, интересно. Это тоже итальянские, кстати, колготочки. Вот, давайте смотреть. Ух ты, какие интересные. В точечку. Ну, это уже менее, более слабая, вернее, коррекция.
Да, они не такие прям крутые по коррекции, но будут корректировать. Но не как те, вот которым я удивлялась. Тут, смотрите, идет очень женственный такой рисуночек, очень красивый. Да, то есть, ну, тут его плохо видно. Его надо надевать, чтобы вы увидели. Давайте я вам покажу вот тут на упаковке. Да, то есть, вот такой вот красивый очень рисуночек, симпатичный, да, то есть получается здорово. Значит, формованная стопа. Так, мысок нормальный, да, тоже вот как бы видите, да, тут есть различия. И они, девочки, по ходу дела с лайкрой, что ли, да, то есть есть немножечко блески такие, но шортики полностью матовые, да, то есть, ну, как вот видите, да, то есть тут где-то вот уплотнение есть, вроде бы поплотнее, но сами шортики не будут моделировать, но они не будут утягивать сильно, да, то есть это коррекция на четверочку, да, то есть я бы так сказала, то есть сильно объемным дамам оно не сильно скорректирует, то есть нужно вот те, которые я удивлялась, они действительно стоят этих денег, они действительно прям крутые. Далее, значит, эластичные шелковистые колготки 40D, ну их я вам, наверное, много раз показывала. Так, размер S, телесный размер S. А, это Катюшки моей. Вот, честно скажу, ошиблась. Вот ведь как. А почему я заказала S? Девочки, это пересорт. Я не буду открывать, я отправлю на возврат. Это 100% пересорт. S-ок у нас нету в доме, и S-ки у меня никто не заказывал. Это 100%, да, то есть вещи, которые мне заказали, они у меня вот много что лежит отдельно. Вот, это пересорт, скорее всего. Я отправлю на возврат, не буду открывать. Вот, значит, ну все, дорогие мои, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Какой неприятный сюрприз под конец видео. Мое личное мнение о колготках, я вам могу сказать, что новый Китай, да, новые китайские колготочки, вот эти вот, они самые такие ветхие из моего заказа, но стоящие, да, то есть за 135 рублей, за 111 рублей вы действительно приобретете там вещи, в которые вы сможете там 3-5 раз сходить куда-либо, да. Вот, то есть это такой дежурный вариант, все остальное круто. Вот в этих я чуть-чуть разочаровалась, потому что не такой уж и сильный эффект стяжки будет, но вы знаете, тоже зачем сильно стягивать, чтобы прям дышать было нечем, да, то есть я вот это тоже как бы не совсем понимаю иногда, да, то есть и вот эти вот колготки с сильной утяжкой, мне кажется, что чересчур сильно, да, то есть я удивилась, честно скажу, это, по-моему, они, да, а, с моделирующим эффектом, ну, тут моделирующий эффект получается, а тут, значит, с утягивающим, то есть это подтягивает, а эти вот прям моделируют, вот они очень, тут идет сильное моделирование, прям крутое, я действительно очень удивилась, колготки стоят этих денег, прям супер утягивают. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн, это мой огромный заказ по колготкам, вот как вы поняли, мне достанется с этого заказа по одной штучке всего, и я думаю, на зиму, на весну даже может быть хватит на все праздники. Вот, мне кажется, и на 8 марта они у меня еще останутся. Но я, знаете, всегда так, я раз в год примерно заказываю кучу колготок, а потом, грубо говоря, вот их расходую в течение года, потом опять начинаю подзаказывать. Честно скажу, очень мало заказала себе кремовых колготочек, вот, поэтому я, скорее всего, к 8 марта еще себе буду кремовым цветом колготки заказывать, да. Вот, ну все. По-моему, все рассказала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была Кононова Аня. Всех целую, всем пока.